Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Викой Картер мы будем становиться Бэтменом и также женщиной-кошкой. Мяу! Ух, у меня прям уши заложило. Ну, ребята, всем добро пожаловать на новую серию. Сегодня с Викой мы вместе будем кататься на Бэтмобиле. Ты же хочешь испытать, что это за машина? Конечно! Конечно, ребята! Поэтому, если вы хотите больше серий со мной и Викой, мы оба будем рады, если вы поставите лайк. Да, Вика? Ой, мне палец в рот не клади, лайк поставь. Во-во, и также подписаться мы тоже будем очень прям счастливы с Викой. А ну, мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу! Только не так громко, то реально уши закладывает. Ну, ладно, будем показывать, как нам получить машину Бэтмена. Да, красиво вообще выглядит вот эта карта сделана, это прям год. Только не ломай ничего. Давай подожди, давай. Давай. Куда? Идем к сигналу? А куда? Ну, нужно осмотреться. Осмотреться по Готэму, да? Что и как? Да. Давай попробуем попасть вот в этот дом. Давай. А ты не боишься ночью одна по Готэму ходить? Я же вообще-то женщина-кошка. А, точно. Но ты только и встала, поэтому, может, у тебя еще есть какие-то страхи? Или нету? Собак боюсь. Собак боишься? То есть, а Джокера не боишься, но собак боишься, да? Ну, Джокер не собака, он, конечно же, говнюк тот еще, но я думаю, я справлюсь с ним. А ну где ты, Вика? Что ты хочешь сказать? А вот, а я тебе Джокера хочу показать. Мы с ним будем драться? Ну, если хочешь, можешь драться, вот он. Джокер какой. Видишь? Ну, не боишься? Как... Да повернись ко мне! Лицом своим! Я еще одного заспавнил. Вот. Да что его бояться? Ну да, ты же женщина-кошка, что его бояться. Да. Ну ладно, Вика, пойдем покажем Бэт-машину, прокатимся даже на ней. Что ты тут поставила? Или это кто поставил? Вика, а? Это ты поставила тут вот эти плиты? Нет. А что это за плиты? Не знаю. Ладно, давай пойдем на старт и посмотрим на нашу Бэт-машину. Я включу день, если ты не против, а то ночью в Готэме страшновато. Пошли. Ну давай, покажи мне свою бричку. Бричку. Ласточку. Будет, одна для меня будет, одна для тебя. Только смотри, я только на автовазе катаюсь. Ну, Бэтмобиль немного будет побыстрее. У тебя, кстати, права есть, да, я надеюсь? Нет, Вика, не делай больше так, а то не сможем заспавнить. Смотри. Это для тебя. Вот это телега. Еще раз для тебя. Теперь ключик тебе нужно. Вот смотри, тебе ключик. Дарю тебе машину, Вика. Или у тебя уже есть ключик? У меня есть ключик. У тебя уже есть ключик, значит, я себе машину одну. И машина есть. Нифига себе, два Бэтмобиля. Врум-врум, мазафак. Да, это текстурпак, ребята, поэтому машина вот так выглядит. Мы можем в любом направлении на нее смотреть. Поэтому, Вика, давай пойдем на старт. Ты как будешь ехать? Вот так? Можешь нажать на F5, чтобы видеть машину. Я уже это сделал. Ах, я буду бурить носом. Бурить? Ладно, Вика, давай на старт. Давай. Давай. Сейчас стартанем. Ты готова? Готова, Вика? Я готова, всегда готова. Вика у нас всегда готова. Ну что, давай. Будет отчет? Давай. На старт. Внимание, Марк! Как-то не совсем я понял. Ну да ладно, давай. О, ты что, дрифт хотела сделать? Нет. Давай, гоночки. Давай, давай. А что это за... О, кто это? Ты поставила TNT там? Так. А, и что? Нет! Офигеть, я еще не упал сюда! Как мне выбраться сейчас? Пока нет, неудачник. Вика, так нечестно. Так нечестно, Вика, ты в курсе? А ну стоять. Подожди. Я тебе хочу показать, насколько ты повредила мою машину. Насколько, не насколько, да? Страховка есть? Есть страховка? У меня есть. Ты вообще знаешь, какие у меня связи? О, ну то есть ты можешь ходить по городу и взрывать все машины и тротуары и все, да? Ну не все, но... Ну, мою можно, я тебя уже догоняю, ты в курсе? Я не буду поворачиваться. Не, ну просто повернись. А, догоняешь! Повернулась. Так. Ну что ты там? Далеко уже отстала, Вика? Давай. Так, сейчас сюда.
ты где там? А я могу даже за... Не, так, так ничего, Вика, я не буду... Я не буду играть по твоим правилам. Нет, давай по-честному, ты где вообще уже? Я тебя обогнала уже. Нет, не обогнала, как ты обогнала? Если ты даже летаешь, ты сзади меня. Да я обогнала тебя. Да, вот, нет, все, я на финише. Вика, даже не по правилам, даже ты взорвала мою машину и не победила. Все. Как ты так? Реванш, может реванш? Да. Или нет? Почему нет? Ну давай тогда. Ну давай. Что, как твои батюшки, что я не понимаю, нажимаю тут. Ой, знаешь что? Чего? Ты несправедливый человек. Послушай, ты взорвала мою машину, взорвала дорогу, я упал в яму. Потом еще ты включила режим полета и так даже не смогла меня обогнать. Я же Бэтмен, я же не горю даже в лаве. Я могу вообще испариться, и ты меня даже не заметишь. Хочешь увидеть? Давай, ой, подожди, я знаю как. Стой. Сейчас. А ну. Сейчас. А ну. Сейчас. Короче, смотри. Я тебе говорю пш. Давай. Иди сюда. И Бэтмен испаряется, да? Становись вот сюда. Давай. Когда я говорю пш, ты думаешь, как будто у тебя дым пошел. Давай. Сейчас, а ну подожди секунду. Вот смотри. У Бэтмена же есть плащ, да? Вот смотри. У меня уже тоже есть плащ. А что это? Нет, это похоже не на плащ, это а на этого, на жука клацкого. Ну, а вот смотри, что у меня в руках есть. Откуда у меня? Смотри, что у меня. Ты тоже хочешь? Дай! Ну на, ладно, держи. Давай, испаряйся. Раз, два. Два. Испарился. На самом деле не очень. Бэтмен улетел. Ты меня видела, нет, как нет. Я улетел? Бэтмен испарился. Ты видела, куда я улетел, нет? Я же Бэтмен, ты же не могла увидеть, как я улетел. А вот сейчас. Прям знаешь, что это такое? Ужас ночи. Нет, это похоже, знаешь, когда лаги в текстурах застрял. Ну, ночью такое увидеть, не знаю, хоть где, испугаться можно. Мои текстуры точно бы застряли где-нибудь, если бы я эту ночь видела. И знаешь, как вылечиться, чтобы я опять стал видимым? Бэтмену нужно молочко выпить. Не, Вика, ну я же Бэтмен, ты же знаешь, что я не горю. Это просто, потому что читер. Читер. Ну, в принципе, я уже испарился, так что нет смысла еще раз испаряться. Ну что, будем еще одну гоночку устраивать или нет? Давай. Только как мы ее устроим, если там даже дороги нету? Перепрыгнем. Ты же все взорвала. Думаешь, что перепрыгнем? Да, только смотри, тебе сейчас нужно сходить кое-куда. Куда? Вон, видишь, там коричневый дом? А я уже перед съемкой сходил, не переживай. Нет, сейчас сходи. Сейчас? Думаешь, моему персонажу нужно туда сходить? Да. Давай. А какой коричневый дом? В любой можно? Ладно, я скажу. Мне можно подглядывать или нет? Нет. Нет? И потом в машину с закрытыми глазами тоже садись. Думаю. Ты думаешь, я увижу с закрытыми глазами, где находится машина? Я тебе буду подсказывать, где лево, где право. Ну, можно. Я потом проверю, между прочим. На серии проверишь, да? Да. Если ты обманщик, то я тебе ногу отрежу. Думаешь, ты Бэтмену сможешь ногу отрезать? Я женщина-кошка. Своими когтями, да, отрежешь? Да. Ну ладно, я тогда всё, скажу. Всё, возвращайся. С открытыми глазами. Нет, с закрытыми. Ну ладно, я действительно закрою даже на серию глаза. Но ты мне должна подсказывать. Вот, давай, иди прямо. Ладно, иду. Я действительно с закрытыми глазами. Я не хорошо, вру. Хорошо, иди прямо. Я же Бэтмен, я же правосудие. Теперь нужно... А как ты знал, что там подпрыгнуть надо? Потому что я запомнил то, что там есть барьер. Ты на серию и проверишь. Я хорошо, немножечко сдвинься, а ты в столбу стоишь. Вот. Да, теперь прямо. Иду. Чуть-чуть правее. Еще нормально? Чуть-чуть правее. Еще чуть-чуть. Еще. Вот, да, теперь прямо. Иду. Ключ в руки взял? Сейчас он у меня вроде на втором. Вот. Взял? Да. Пойдем. Так, иду. Мне интересно, там сюрприз для меня. Давай, иди быстрее. Иду.
Я прямо иду. В столбе там не... Да, так. Иди. Иди, заходи, заходи в свою машину. Все. Так, ты мне... Я зашел? Да, сейчас. Можно глаза открывать? Нет, насчет ты... раз, два, три будешь открывать. А в какое направление я вообще смотрю? Я нормально смотрю? Ну ты да, прям вот на старт. Так, на старт. Внимание. Марш! Не, Вика, так нечестно. Я тебе и так договорю. Так нечестно, ты в курсе? То ты дорогу взорвала. Вика, у нас... Я провалилась, всё. В свою же ловушку. Так, как бы мне тут пройти, чтобы самому не провалиться? Ты прям террорист этого Готэма. Даже, не знаю, Джокер с тобой не сравнится. Ты в курсе? Ну так что, ты догонишь меня, маленький мальчик? Да, я ещё нитро включу и догоню. Так догоню. Пока что не догоняешь. Ты даже меня, наверное, не видишь. А, я тебя вижу. Я тебя вижу. Я не верю. Я не буду. Не веришь? Ну, повернись и посмотри. Нет, нет, нет. Давай. А ты быстро бегаешь? Быстро. Ну, в смысле, ты знаешь, как быстро бегать, да? Два раза на букву «П». Да. А, Вика, я уже прям за тобой, вот прям уже за тобой. Вот прям. Нет. 20 сантиметров. Нет! 20 сантиметров. Нет, я не верю. Не веришь? Нет, не буду поворачиваться. Как так? Да почему нет? Стой. Я даже задним ходом тебе. Нет, опять махлюешь. Вика. Так, где я? Куда мне бежать? Меня текстура не про... Нет! Стоять! Это нечестно! А если я режим полета включу? Ой, он твой, это там так долго, ты там не гоняешь. Да, ладно, призна, ты победила, все. А главное, хитрость и сноровка. Все, Вика, Бэтмен обиделся. Мяу! Вот смотри. Испарился. Бэтмен пошел на крышу. Это не какашка, это было... Пшшш! Это дым. Ты меня видишь, Вика? Вика, смотри, я Бэтмен. Ты можешь сюда забраться? Только нормальным способом. Я же летать могу, а женщина-кошка как забраться сюда может? Когтями. Когтями? Вот прям в бетон, да, втыкаешь? И забираешь. А летать можешь, например, как я? Крыльями. Вот смотри. Вот смотри. Вот так умеешь летать? А я-то плавнее летаю. Я Человек-паук. А Человек-паук уже не летает. Да, ну чик-чик-чик. Ясно. Смотри, какой я Человек-паук. Да, то есть ты полу-женщина-кошка, полу-человек-паук, да? Смесь... Там американский флаг. Американский флаг? А ну давай посмотрим. Где? Вижу, это мост какой-то, да? Американский мост, да? Ладно. Машины какие-то. Машины? О, нифига себе, это тоже Бэтмобили? Нет, это какие-то мотоциклы. Это Бэт-мотоцикл. Но туда сесть нельзя, наверное. Ну, Вика, ладно, как думаешь, можно заканчивать уже на этом? Я думаю, что так как я победила, то да, теперь можно. Нет, смотри, я первый раз победил, ты второй раз победила. Победила дружба. Какая дружба? То есть ты даже не соглашаешься? Ну ладно, ладно. Женщина-кошка и Бэтмен же друзья, как мне кажется. Я так не понятен. Да как ты выходишь? А что ты думаешь, что прямо это смертельная ловушка? Для меня да. У меня не получается. Ну я же Бэтмен. Ну ладно. Всё, пари всем пока. Да, пока. У нас есть срочные дела в Готэме. А женщина... Этому городу нужен герой. Да, ну не такой, как ты. Ты преступник, а не герой. Докажи. Я уже доказал. Уже все увидели то, что ты преступник. Поэтому, ребята... Я просто немножечко жалю. Ну, да. Вся суть женщины-кошки. Ну, ладно. Мне кажется, что было интересно. Я надеюсь, что всем вам понравилось, как мы с Викой сегодня защищали Бэтмена. Кто-то защищал, кто-то уничтожал, как Вика, да? Но, да ладно, мы будем рады, если поставите лайк. И мы с Викой будем делать еще больше серий, да, Вика? Ты согласна? Я готова! Мы готовы каждую серию. Поэтому, ребята, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши каналы. И, Вика, говорим всем пока! Пока!
И только... И мяукни, только чтобы не оглохли все. Вот, так нормально. Ладно, ребята, всем пока. Всем удачи.